Здравствуйте, наши дорогие клиенты. Те, кто уже стал счастливым обладателем автомобиля марки Renault, и те, кто собирается это сделать. Я искренне рад приветствовать вас сегодня здесь, в дилерском центре NordAuto. Сегодня мы с вами впервые встречаемся в таком необычном формате. Так что я должен представиться. Меня зовут Андрей Владимирцев, и я руковожу отделом продаж и развития дилерской сети в компании Renault Россия. Я рад с вами познакомиться. Наша сегодняшняя встреча – это возможность для нас в новом формате представить нашу новую модель Renault Captur. Последние два месяца были крайне непростыми и для автомобильной отрасли, и для всех нас. Но, несмотря ни на какие окружающие нас с вами обстоятельства, Renault Россия продолжает вносить весомый вклад в экономику нашей страны, инвестируя в разработку и запуск новых высококачественных, надежных и доступных автомобилей, произведенных здесь, на российских заводах в Москве и Тольятти. Это обеспечивает рабочие места на заводах и в дилерских центрах. А значит, наши официальные дилеры марки Renault остаются и всегда будут надежными и стабильными предприятиями. Наша дилерская сеть рада предложить вам, наши дорогие клиенты, самый полный ряд услуг по продаже новых и поддержанных автомобилей Renault и их обслуживанию. Вы можете не сомневаться в профессионализме работников дилерской сети, который обеспечивает качественное обслуживание на самом высоком уровне самых высоких стандартов. И что сейчас особенно важно, с полным соблюдением норм, санитарных стандартов и мер безопасности для защиты здоровья сотрудников и клиентов, согласно всем требованиям Роспотребнадзора и местных властей. Ваше здоровье и безопасность – приоритет номер один для нас и наших официальных дилеров. Нам очень важно, чтобы вы оставались довольны посещением шоурума Renault и возвращались сюда вместе с вашими друзьями за покупкой и обслуживанием автомобилей Renault. Уверен, что одним из таких автомобилей станет и наш новый Renault Captur. Не прошло и года с момента старта продаж абсолютно новой модели в модельном ряду Renault купе-кроссовера Arkana, как мы снова готовы обрадовать вас новинкой. За 4 года Renault Captur отлично зарекомендовал себя на российском рынке. Было продано более 100 тысяч автомобилей. Однако пришло время обновления. Поэтому мы тщательно проанализировали и учли пожелания владельцев Captur первого поколения. Мы улучшили именно то, что вы просили нас улучшить, наши уважаемые клиенты. В результате Renault Captur сделал огромный шаг вперед во всем, что касается технологий, динамики, комфорта, практичности в условиях российской эксплуатации. Так что теперь мы с гордостью заявляем, перед вами новый Renault Captur. Сейчас вы узнаете все детали, познакомитесь с автомобилем поближе. Но прежде я хотел бы обратить ваше внимание на два ключевых изменения, которые дают нам право говорить новый кроссовер Captur. Во-первых, это салон автомобиля. Салон узнаваемый, но теперь еще более удобный, качественный и приятный во всех отношениях, особенно на ощупь, с моей точки зрения. Обратите, пожалуйста, внимание на мягкий пластик, когда у вас будет возможность посетить шоурум Renault. Во-вторых, что еще более важно, новые для Renault Captur, но уже проверенные, доказавшие надежность и эффективность на Аркане, сочетание двигателя TSE 150 и коробки передач CVT X-Tronic нового поколения. В комплексе с полным приводом такая трансмиссия дает новый уровень удовольствия от управления Renault Captur в городе и на бездорожье, демонстрируя при этом низкий расход топлива. У меня была возможность попробовать новый Renault Captur в действии, и могу сказать, что я остался в полном восторге. Надеюсь, что в самое ближайшее время вы также сможете познакомиться с новым кроссовером вживую, пройти тест-драйв и разделить мои впечатления. Узнайте о возможности прохождения тест-драйва у руководителя официального дилерского центра Renault NordAuto Сиволобова Сергея, которому я передаю слово. Спасибо за ваше внимание, будьте здоровы, берегите себя и ваших близких. Спасибо, Андрей. Ну, а мы приветствуем вас на Тверской земле. Отличная новость. Новый Renault Captur уже у нас в салоне. NordAuto, город Тверь. Приходите, посмотрите. Мы уже его протестировали, теперь ваша очередь. Новые реалии диктуют свои условия. Но мы гарантируем вам безопасность при знакомстве с данным автомобилем. Мы будем использовать маски, перчатки, антисептики и соблюдать дистанцию. Будем рады вас видеть в нашем автосалоне. Приезжайте. Ну а мы из этого прекрасного места переносимся в дилерский центр Renault, NordAuto, город Тверь. Я передаю слово Сергею Шаляпину. Сергей. Спасибо, Сергей. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Шаляпин. Я руководитель отдела продаж компании NordAuto официального дилера Renault. И сегодня я рад вам представить обновленный Renault Captur 2020 модельного года. Ну и давайте перейдем непосредственно к автомобилю. Прежде всего, хочется обратить на внешние изменения. Здесь их минимум. Машина сохранила свои важные и сильные стороны. Прежде всего, что изменилось? Это передняя решетка радиатора. Появились хромированные вставки. В
второе, что изменилось, мы видим обновленный цвет. Все, кто знаком с Каптюром, знают, что машина имеет двухцветную окраску кузова. Данный цвет запускается именно с нового автомобиля. Помимо всего прочего, у нас появилась новая окраска крыши. У наших конкурентов всего присутствует 8-6 цветов на автомобиль. В нашем же случае, имея двухцветную окраску кузова, мы можем реализовать 24 цветовых решения, что поможет вам более персонализировать ваш автомобиль. Ну и, конечно, хочется обратить внимание на такую сильную сторону, как дорожный просвет. Здесь он остался без изменений. Это 208 мм. И давайте перейдем к основному изменению, которые коснулись этого автомобиля. Это его силовые агрегаты. Данный автомобиль оснащается двумя типами силовых установок. Младшая, объем 1,6, всем знакомая по автомобилям марки Renault, таким как Logan, Sandero, Duster. Это мощностью 114 лошадиных сил. Два варианта трансмиссии, либо механическая, либо вариатор. И второй двигатель, новый для данной модели, это двигатель объемом 1,3, 150 лошадиных сил. На нем мы остановимся более подробно. Данный двигатель – это разработка инженеров компании Renault и Mercedes. Выпускается более 2 лет, и к 2020 году их будет выпущено порядка 1,5 миллиона двигателей. Эти двигатели устанавливаются на моделях Альянса Renault-Nissan, а также Mercedes. И на этом двигателе мы остановимся чуть подробнее. Почему был выбран именно этот двигатель? Первое – это его тяговитость, которая недоступна атмосферным моторам. Второй момент – это его экономичность. Он экономичнее на 20%, чем предыдущий двигатель, который здесь ставился. И третье – это его надежность, которая подтверждается 40 тысячами часов испытаний в самых суровых условиях. Что такое 40 тысяч часов? Это по 8 часов в день, 14 лет непрерывно. Оба этих силовых агрегата, и младший 1,6, и старший 1,3, оснащаются автоматическими коробками вариаторного типа. 1,6 с вариатором нам давно уже известен. Он зарекомендовал себя достаточно надежным узлом и прошел уже более 300 тысяч километров без нареканий. Теперь, что касаемо трансмиссии, которая устанавливается с данным двигателем. Это автоматическая коробка вариаторного типа 8-го поколения. Данная трансмиссия пришла в этот автомобиль от таких старших братьев, как Renault Kaleos, Nissan X-Trail, а также Mitsubishi Outlander. Дорогие друзья, я предлагаю переместиться в салон. Основные революционные изменения коснулись именно салона данного автомобиля. Добро пожаловать в салон нового Renault Captur. Прежде всего, на что хочется обратить внимание. Это приборная панель, выполненная из мягкого пластика. При изменении салона компания Renault учла основные пожелания наших клиентов. Появился вот такой вот удобный тоннель. Прежде всего, появилась удобная ниша под мобильные телефоны, под мелочи, которые можно сюда теперь перемещать. Второе, это шайба управления полным приводом перенеслась вот в это место. Также появился подогрев сидений. Теперь они не на торцах сидений, а находятся здесь в тоннеле. Ну и, конечно, появились удобные подстаканники. Помимо всего прочего, появился вот такой вот замечательный подлокотник. Теперь он сдвижной и имеет бокс под мелочевку. Также не обидели задних пассажиров. Для задних пассажиров у нас предусмотрено подогрев задних сидений, а также две удобные USB-розетки для зарядки гаджетов. И, конечно, основное внимание было уделено месту водителя. Появился более удобный эргономически выверенный руль. Появилась новая рулевая колонка, позволяющая регулировать руль по вылету, чего раньше не было в предыдущем Каптюре. И добавились теплые опции. Прежде всего, это подогрев руля, подогрев лобового стекла и форсунок, что в нашем климате особенно удобно. Автомобиль оснащен камерами кругового обзора. Камера впереди, камера помощник при парковке и двумя боковыми камерами в зеркалах, что очень удобно, когда вы паркуетесь в условиях города. Также машина оснащена датчиками слепых зон. Когда мы не видим автомобиль сзади, когда он попадает в мертвую зону, соответствующий сигнал у вас загорится на зеркале заднего вида. Сзади это все тот же узнаваемый Renault Captur. Ни с какой другой машиной вы его не спутаете, благодаря S-образным светодиодным ходовым огням. За этой прекрасной кормой скрывается огромный багажник, объемом от 400 до 1200 литров, в зависимости от задачи, которую вы поставите перед автомобилем. Салон может быть сконфигурирован благодаря тому, что вы раскладываете спинку заднего сиденья. Каптюр сохранил свои лучшие качества. Это легендарная подвеска, которая справляется с любыми дорогами. Это надежная полноприводная трансмиссия. Это высокая посадка, дорожный просвет и удачная внедорожная геометрия. И при этом прорыв в управляемости, эргономике, комфорте салона, качество отделочных материалов и оснащения, которые делают жизнь водителей и пассажиров лучше. Если вы думаете, что вы знаете Renault Captur, то я настоятельно приглашаю вас в наш дилерский центр, чтобы ощутить удовольствие от вождения нового уровня.
Когда люди приходят к нам в салон, конечно, первое, на что они сейчас обращают внимание, это новый Captur. Он яркий, популярный, у него есть свой стиль. Наряду с тем, в 2020 году Renault Captur получил более 20 обновлений, однако увеличился по цене всего лишь на 20 тысяч рублей. На новом Каптюре установлен двигатель HR13. Сейчас в Европе накатка на этих двигателях составляет более 300 тысяч километров пробега. И мы с уверенностью можем говорить, что это надежный двигатель. Новый двигатель объемом 1.3, мощностью 150 лошадиных сил. Это совместная разработка инженеров компании Renault и Mercedes. В 2020 году будет выпущено порядка 1,5 миллиона таких двигателей по всему миру. Данный двигатель прошел испытание 40 тысяч часов, что соответствует 14 годам непрерывной работе по 8 часов каждый день. Здравствуйте. Да. Меня зовут Романович Анастасия, и я бренд-маркетолог дилерского центра Renault Nordauto. Только что вы познакомились с нашей новинкой, с Renault Captur. А сейчас я хотела бы рассказать вам о тех выгодных предложениях, на которых вы можете приобрести автомобиль в нашем дилерском центре. Во-первых, вам доступны кредитные программы с государственной поддержкой. Это минус 10% от стоимости автомобиля. Сейчас эта сумма может доходить до 150 тысяч рублей. Во-вторых, вы можете воспользоваться выгодой по трейд-ин, которая в данный момент на этот автомобиль достигает 60 тысяч рублей. Также вам доступны классические кредитные программы банка Renault Nissan. Минимальная процентная ставка по этим программам сейчас составляет 4,9%. Я надеюсь, что у вас больше не осталось сомнений, и вы приедете к нам познакомиться с автомобилем и забрать свой новый Renault Captur. Ну что, по домам? They say the mountain is the top. I say that just scratch the surface. Yeah, we started at the bottom with no option but to go up. You know what hurt is when you growing up with no love. When you knew how to die. Вася, а тебе куда? Маршрут построен. 500 километров. So you sold drugs, right? Now I'm rolling through the city, living at the top of my world. Living at the top of my world. Waking up to new views in the morning up under my girl. Yeah, this is what it feel like. This is what it look like. Калининград. А? Краснодар же. Кто сказал, что нельзя поменять планы? Можно. Новый Renault Captur с турбодвигателем 150 лошадиных сил.